Итак, HP Pavilion 6G попался мне в руки. Такой классный ноут, если честно. 700 рублей даже для себя на батареечку бы не пожалел. Но уверен, что новый хозяин для себя это все сделает. Итак, вот такой вот аппаратец. Из единственного минуса, который здесь присутствует, такой визуальный, это вот такая вот история с наклейкой, которая была снята или не снято, но в то же время есть. То есть такой бесконечный тачпад, кажется. Но тачпад только здесь у нас. Вот он. Получается, спокойно работает себе. Без всяких там проволочек, без глюков, лагов, перепрыгов. Все нормально работает. Клавиатура очень приятная, очень мягкая, четенькая, печатает. Все без перепрыгиваний, без ничего. То есть идеальная клавиатура. Все порты, все работает. HDMI, VGA, пожалуйста. LAN есть, микрофон, наушник. Но здесь есть, получается, и вот такие порты. Вот. Premium Sound написано. Altec называется Premium Sound этот. Вот он отсюда идет. CD-ROM, еще один USB-шник. Вот. По идее, должен быть микрофончик, но я не проверял. Он, скорее всего, там вот в камере. Вот. Не проверял еще микрофон. Но Bluetooth есть, все эти моменты есть. Все работает, все драйвера четко стоят. Windows 10 стоит. Соответственно, вот сериальчик хотел запустить, еще не запустил. Поставил Telegram, Chrome. То есть все работает. Быстренько SSD-шник просто валит зверь. По 450 на тесте у меня показал. Программы HD Speed, которые одновременно и записывают, и копирует, получается, на диск и с диском. Получается, у него двойной поток идет. И вот он показал прекрасные результаты по 450, то есть жесткий диск прям вау-вау, честно. Вот посмотрим. Кстати, без битых пикселей показываю экранчик. Экранчик ровненький. То есть, что в принципе для ноутбука тоже важно, для того, чтобы воспринимать картинку. Вот ставлю тест. Вот у меня до 450 доходил. Легко и стабильно держал. Не знаю, с чем это было связано. Вот 400 уже показал там слева линейку. Ну, то есть очень быстро. По сравнению с обычным 80, 70 здесь SSD вполне годный и очень быстрый. Класс. Так, запустим с вами, возможно, сериал. Все остальное как бы написано в характеристиках. Не думаю, что стоит показывать, писать. Там процессоры, эти оперативные памяти, потоки. Ну, как бы, ладно, из базовых вот так вот обычно сам смотрю и показываю. Через производительность. Вот, производительность, пожалуйста. Два логических ядра, Е2 линейки по 1800 Гц. Видите, то есть запущенным браузером, точнее двумя браузерами, папкой, настройками, телеграммом и самим окном диспетчера задач. То есть вот он, в принципе, вот в таком режиме на 10%. Это очень, я считаю, хороший показатель. Оперативной памяти хватает гиг еще. Можно, конечно, доставить немножко. Ну, как бы, я думаю, если аккуратно пользоваться, 4 вполне хватает. 3,5. Он половинку отрезает на одной из видеокарт. Вот, вполне хватает для того, чтобы посмотреть сериальчик какой-нибудь или еще YouTube, допустим, да. Так, это я через Edge смотрю, то есть я в Chrome еще ничего ему не закидывал на просмотр, допустим, да. Так, там навязчивая реклама, пожирающая ресурсы тоже. Пишет, через 83 секунды на Netflix могу ее закрыть. Ну, пускай пока кушает ресурс, ничего страшного. Вот, смотрим, как онлайн-видео воспроизводит. Я ускоряю обычно всегда курсор мыши, мне никогда не хватает на тачпаде, но это здесь еще не ускорял, но это как бы на любителя все делается. Да, классный экран. Короче, хорошие петли. Все ровно достаточно работает. Нареканий у меня нет. Поэтому, в принципе, этот ноут и
пошел продажу из-под моего молотка, как говорится, да. Так, разворачиваем, смотрим. В предыдущих сериях. Тебя ведь не должно было быть там. Спокойно. Хочешь сорвать на мне злость? Отсюда ежедневно вылетают десятки кораблей. Скоро тебе улетать. А пистолет? Отвернуть. Так, возможно, еще подгрузочка идет. Один из потоков данных, которые собирал Дрезден. Прямая трансляция. Да, возможно, дать надо прогрузиться ему. Ну, хотя 480, в принципе, должен нормально быстро грузить. Процессороса, дайте сюда. Эти люди разговаривают? Это не люди. Протомолекула что-то создает. Что она создает? Скоро узнаем. Мне нужны доказательства. Я прошу вас о помощи. Ей можно верить? Очень, очень ровная картинка, в общем. Классно прогрузилась, все нравится. Еще и рекламу закрыл, то вообще как бы нареканий не было. То есть можно спокойно смотреть видосики. В принципе, для чего ноут в половине используется, да, обычно. Ну и, соответственно, без видосиков спокойно работать. Как-то так. Всем хорошего настроения и покупки ноутов. У меня это уже входит восьмой. Отзывы есть, я не всегда запрашиваю. Ну, как бы подзапрошу, чтобы вы видели. Да, кот, хороший ноут. Все, всем пока.